Чебоксарах прошла первая международная олимпиада школьников по чувашскому языку и литературе. В интеллектуальном конкурсе приняли участие более 50 школьников, студентов очно и более 200 с помощью интернет-трансляции. На какие вопросы отвечали участники, смотрите в нашем репортаже. Девятиклассник Павел Васиков приехал в Чебоксары из Татарстана. Он победитель региональных олимпиад по чувашскому языку. Перед началом конкурса очень волнуется, но уверен, что это не помешает ему справиться с заданием. Чувашский язык – это самый родной. Это тот, который вселяет гордость, когда слышишь родную речь. Это речь мамы, это речь отца. И поэтому самая дорогая мне. Вопросы несложные, говорят организаторы, особенно для тех, кто хорошо знаком с чувашской литературой и владеет чувашским языком. Вопросы связаны, конечно же, с чувашским языком, с чувашской литературой и историей родного края. Их мы оцениваем по 100-бальной системе. Испытать свои силы решили школьники и студенты из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Дистанционно участвовал даже знаток чувашского языка из Турции. Победители получили дипломы и ценные призы. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.